Кошки и котята, крупные собаки и миниатюрные номера в гостинице для животных при госветклинике Приокского района предоставляют различным усатым и хвостатым постояльцам. За почти 4 года здесь отдыхали даже совы и шиншиллы, говорит ветеринарный врач Марина Архипова. Для зверей предусмотрены 10 помещений, половина для небольших гостей, другая для питомцев покрупнее. Специалисты следят за постояльцами круглосуточно. Кормление, как правило, происходит 2 раза в день, но всегда учитывается пожелание владельца. Так как корм тоже владельцы, как правило, приносят сами. При отсутствии корма либо сами закупаем, либо кто-то из родственников или друзей привозит. При условии заболевания, таких случаев пока не было, но тоже все это решаемо, потому что всегда люди, как правило, оставляют телефон для связи. У нас были люди, которые уезжали за границу, и с ними мы связывались по Вайберу, по Ватсапу. Ночью здесь находится сотрудник по уходу за животным, который выгуливает их, убирает, чистит лотки и кормит. Под присмотром специалистов можно оставить животное любого возраста. Не примут на передержку только крайне агрессивных питомцев или с инфекционными заболеваниями. О специальном уходе, например, за пожилыми животными, следует договариваться лично со специалистами. В гостинице есть все для стрижки и мытья питомцев, а также лечебное оборудование. У нас имеется кислородная камера, в ней животное находится в тяжелом состоянии. Как правило, это при отеке легких. Она облегчает их состояние, насыщает кровь кислородом и позволяет им легче дышать. Есть и отдельная огороженная территория для выгула собак. Их выводят на улицу по очереди минимум 2 раза в день. При необходимости количество прогулок увеличивается. Таких государственных гостиниц для животных в Нижегородской области пока только 3 штуки. В Приокском и Ленинском районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске. Здоровье наших питомцев – это не только вовремя проведенная вакцинация, это не только вовремя оказанная лечебная помощь, это еще и правильный уход и кормление. В ветеринарных гостиницах обеспечивается надлежащий уход за всеми животными. Кормление осуществляется правильными кормами, то есть теми кормами, которые специализированы для видовым и полувзрастным группам. Кроме того, в наших гостиницах работают специальные ветеринарные врачи, которые могут оценить здоровье животного, оказать ему своевременную ветеринарную помощь. Стоит добавить, что за деятельностью государственных ветгостиниц следит официальный государственный орган – Комитет ветеринарии Нижегородской области, что является дополнительным гарантом качества оказываемых услуг. Екатерина Васильева, Алексей Корякин. Время новостей.